уже подходит матч к концу. Вот что можно сказать, Самсон снова, да, как бы теряет очки, что не получилось в этот раз? Ну, как обычно, нет удара, поворота. Мы уже третью игру, всего лишь за три игры один гол забили. Ну, вообще играем без нападения фактически. Центр защиты тоже гуляет. Не получается у нас пока собраться. Пришло пару новых людей, поэтому нет сыгранности между ними. А чем отличается первый и второй тайм между собой? Ну, в первом тайме у нас было больше энергии, мы могли как бы и в контратаку идти, удары поделать поворотом. А тут во втором тайме мы подсели уже окончательно. Не хватает физики. Паш, страхуй его! Хорош, давай, давай! Сань, сложно ли легко давать вам игра вот с самого утра? Да нет, удобно утром играть, очень целый день свободен. Угу. Все нормально. Скажи, пожалуйста, вот Самсон, думал ли ты, что вот сыграете с таким счетом? Да, ну, мы на каждую игру настраиваемся, то есть максимально. Первый тайм тяжело получился, без ударов, то есть без момента. Второй уже начали играть свою игру, и в принципе вот 4-0. А ты думаешь, почему не было ударов? Да ну, я не знаю, мы же не проснулись еще. Угу. Ну, в целом, самый красивый ход кто был, на твой взгляд? Да все красивые. Мы стараемся всегда забивать красиво, то есть не просто в бухтарах. То есть всегда разыгрываем, всегда забиваем красиво. Юрка, ну скажи, пожалуйста, какой настрой у вас на игру? У нас серьезный настрой. Хочется выиграть. В прошлый раз выиграли. И надо серию продлить побед. Тем более все позволяет для этого. Надо сегодня соперник тоже неплохой. Первый полукруг мы проиграли 2-1. Но меня не было, поэтому сегодня будем стараться забивать голы. Yeah.
показатель начала игры. Мы сейчас наблюдаем дом архитектора «Просторы Украины». Уже 2-0 счет, пенальти было пробито. Что можешь сказать вот, по началу игры? Мы спросим тебя в начале и в конце матча. Вот по началу игры что скажешь? Ну что можно говорить, если 10 против 8 играют, плюс у архитектора подтянулись люди, уже их 14 в сумме, а этих остается 8. Первый гол они быстрый забили, минуте, наверное, на 5. Ну, дальше пенальти, я не видел, как там пенальти было или не было. Но самый прикольный эпизод пока это, когда после удара у нападающего слетела туфля. После удара он вышел, забил и ушел. Так что, ну, надо выигрывать. Как думаешь, в том тайме может измениться ситуация? Да нет, ну как? Как измениться? Ну, если этих 8, а этих 10. То есть «Просторы Украины» забьют или нет, как ты считаешь, за матч? Один гол. Сомневаюсь. Минимум. Хотя «Архитектор» такая команда непредсказуема. Может, и забьют один. Если после прошлой игры, как «Союз» с десятером еле 2-1 у «Вепра» выиграл, то я думаю, что может и «Просторы» один и забьют. Слушай, наверное, вы вот сегодня такое попали в книгу рекордов. 3 автогола, но еще никто, наверное, не забивал на этом поле. Вот как думаешь, что произошло и что случилось? Ну ничего, нам сложно было играть. Минус 2 игрока это очень существенно. Просто отбивались. Так получилось, что рикошеты были. Вот и все. Mm-hmm. Думаю, что все-таки больше сыграло в меньшинстве, нежели там эти ошибки какие-то дурацкие. Касательно команды «Дом Архитектор», что можно сказать, у них вторая победа подряд? Хорошая команда. Вот. Ну, тяжело судить. Были бы мы в десятером, можно бы тогда оценить уровень. А так, в восьмером очень сложно. Скажи, пожалуйста, вот победили. Много было автоголов. 3 автогола. Скажи, два, помнишь? Два. Третий, этот же самый игрок, он рукой сыграл с основой, да. Было пенальти. Можно сказать, три автогола. Скажи, в целом, какие вот впечатления матча? Ну... Впечатления двоякие, соперник не собрался, и по идее мы должны были уверенно выигрывать, но несмотря на счет, ну, не хватало какой-то сыгранности, комбинации, много передерживали, пытались на себя больше играть, и из-за этого немножко смазанная получилась победа, как бы вроде бы и выиграли, а удовольствия вот прям полного нет. Ну, спасибо игроку, команде соперника, который нам забрал всю славу наших нападающих. Вот. Ну, в принципе, побегали, зато смогли все поиграть, поиграли нормально, много. И это тоже радует, потому что все остались довольны своим игровым временем на поле. Привет! Привет!